очень большие молодцы, что вы смогли собраться у себя в клубах. Вот. Сегодня у нас очень важный, очень такой ответственный день, очень ответственная встреча. Очень много новостей важных. И сейчас мы уже с вами можем начать. Итак, давайте мы сейчас запустим сразу же презентацию, чтобы у нас все вместе шло. Так, окей. Итак, что хочу сказать самое главное, дорогие друзья? Самое главное хочу сказать, что все, мы полностью закончили переформатирование всего проекта. То есть мы полностью переработали всю токеномику проекта, мы полностью переработали, исходя из предыдущего опыта, все маркетинг, там план. Вот. Мы полностью переработали сейчас всю историю с командой, с фондами. Вообще вот все сейчас уже полностью готово к тому, чтобы мы с вами полноценно запустили уже вот основную фазу проекта, именно DAO 2.0. Да, и есть очень много важных моментов на этот счет, которые я хочу сегодня вам сказать, которые мы с вами сможем уже дальше вместе этим пользоваться и активно двигаться. Ну, еще раз, во-первых, я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы здесь, вы с нами. Потому что, когда все хорошо, то тогда все хорошо. А когда есть какие-то моменты, сложности, то тогда вот реально проявляется, кто люди, которые реально долгосрочно зашли в проекты, которые верят и понимают именно саму идею, саму концепцию. Да, и те, кто заскочили так прогуляться на 5 минут. Вот. Вот сейчас у нас осталось именно настоящее ядро участников, тех людей, которые по-настоящему понимают эту концепцию и готовы в нее по-настоящему двигаться. И только вот с вами сейчас мы можем вместе перейти на следующий шаг. Это очень важный момент. Я думаю, те, кто занимаются бизнесом, любые бизнесы всегда проходят через вот такие вот фазы резкого взлета, потом коррекции. Но вот та база, тот фундамент, который сейчас есть сейчас, вот на нем мы уже можем по-настоящему лететь на следующий уровень. А вот. И давайте теперь перейдем к конкретике. Что, как конкретно мы сейчас с вами полетим на следующий уровень? Итак, первое. Очень важная новость. У нас пошел процесс захода крупных инвесторов. То есть у нас сейчас заходит очень крупный партнер. Заходит не просто деньгами. Во-первых, заходит деньгами. То есть достаточно крупной суммы. Я прямо сейчас не могу озвучивать, но поверьте, сумма крупная, которая позволяет нам сейчас очень, ну, дать намного более мощный рывок вот в самое сейчас ближайшее время. Да? То есть мы получили инвестиции. Это раз, это один важный очень момент. Да. Второй момент – это умные деньги. То есть это не просто деньги и все, это деньги, которые идут в рамках очень крупного партнерства. И в рамках этого крупного партнерства мы запускаем еще полноценный классический еще банк. Не просто, не только цифровой банк, а еще классический цифровой банк. И делаем связку классического цифрового банка и цифрового банка. Вот. И это очень мощный тандем, который дает нам возможность получения доступа к очень большим финансам, именно финансы, которые ходят между банками. Да? То есть это совершенно другие суммы денег, и благодаря этой сделке, этой возможности у нас появляются достаточно большие возможности для инвестиционного фонда, для развития акселератора, для развития проекта. Это, чтобы вы понимали, это больше, чем десятки миллионов долларов. Больше. Я не могу сейчас конкретно озвучивать. Мы готовим все, уже финализируем все документы там по этому поводу. Но в ближайшее время я вам всю эту информацию уже передам более конкретно. Да. В этом же плане у нас очень усиливается работа по доверительному управлению, по инструментам, по запускам на биржах. Вот. И эти все инструменты мы сейчас активно готовим к запуску. А вот, это такие вот, как бы, такие вот первая такая, да, волна такая, очень важных моментов. Надеюсь, вам это важно и приятно это слышать сейчас. Да? Давайте немножко пойдем теперь дальше. Смотрите, что у нас произошло. Давайте еще раз мы срезюмируем. Мы благополучно прошли первый этап проекта. Да? То есть мы, ну, скажем так,
Те люди, которые в нем активно участвовали, достаточно хорошо заработали. Я имею в виду те партнеры, которые вот развивали сети, структуры. А вот, то есть мы добились масштабирования, мы добились о том, что нас узнали. Но по факту на данный момент нас узнали, мы провели более детальный анализ, нас сейчас реально знают в основном вот в данной фазе именно такой вот. Это рынок в основном СНГ. То есть это Россия, Казахстан, Украина. Вот, то есть это вот этот вот регион. И сейчас мы готовим, уже полностью подготовили базу для роста более фундаментального именно в других странах. Это азиатский регион, это Латинская Америка, Европа и, конечно же, Middle East, да, то есть восточные страны, такие как Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, да, где вот здесь мы сейчас очень активно запускаем масштабирование. Вот. Мы получили очень хорошие кейсы по активному заработку, то есть мы показали очень серьезные кейсы по развитию внутреннего оборота. У нас есть достаточно качественные кейсы по пассивному доходу, которые получились. То есть в рамках первой фазы мы эти все процессы полностью обкатали. Что нам это дало самое главное? На этих относительно небольших оборотах мы полностью увидели все ошибки, просчеты, которые изначально мы не видели. Да, мы тоже допускаем ошибки, мы как развивающийся организм понимаем, вот сейчас мы очень четко их, ну сейчас уже там еще недели 4 там назад четко осознали, какие были допущены ошибки, мы перебрали полностью всю экономику, перебрали все процессы, сейчас мы очень четко понимаем, где, что, какие нюансы нам нужно подкорректировать. С учетом того, что это на относительно небольшой экономике, нам это намного проще сейчас делать, нежели там более крупным организациям и вносить вот эти все корректировки. И это тоже нас готовит к совершенно другому масштабированию. Какая была допущена, это не то, что я бы не сказал, что это ошибка, это была первая фаза, как бы ключевой момент здесь в том, что на первой фазе мы максимально все делали для масштабирования проекта. Да? По факту в маркетинг-план у нас уходило и во вознаграждение партнерам больше 50%. Местами это доходило до 70%. И это та фаза, что на стадии развития, на первой фазе, это абсолютно нормально. Да? Если бы не было этого, мы бы с вами сейчас бы здесь не собрались бы, и как бы не было бы вот того ядра участников, который у нас есть сейчас. Да? То есть, потому что наша изначальная цель – это сделать, создать инструмент заработка, да, для партнеров. В этой сложнейшей экономической ситуации, в этом сложнейшем сейчас мире, где мы с вами живем, находимся, мы объединяемся и создаем инструменты для заработка. Да? И большая часть из вас, кто сидит здесь с нами сейчас, это те люди, которые так или иначе уже заработали, да, с проектом. Вот. В этот момент, пока мы развивались, у нас мы сделали целую серию таких более долгосрочных инвестиций. Они, результаты от них, они будут в течение, наверное, 2 лет, где-то 3 лет. Но это те, понимаете, те зародыши, которые уже сейчас положены, да, и которых по результаты, по которым мы как бы, ну, точно совершенно с вами будем получать, ну, может быть, чуть в отдалении, но 100% будем в ближайшее время стараться ускорять. Вот. Исходя из этого, у нас есть очень важный момент, что мы перебрали сам подход. Перебрали подход к тем проектам, в которые мы инвестируем. Мы перебрали очень много моментов, как нам качественно делать быстрее, намного быстрее делать деньги здесь и сейчас. Что сейчас самое главное? Самое главное для нас с вами сейчас это запуск нового личного кабинета. Да? Этот новый личный кабинет уже на 90% мы уже все сделали. И базу уже перенесли, и всю систему, все уже практически полностью готово. Да? Сейчас идут финальные тестирования, и вот я думаю, мы сейчас можем уже точно официально заявлять о том, что 10 сентября, вот сейчас мы можем даже запустить торжественно таймер обратного отсчета. У нас стартует DAO 2.0, новый личный кабинет со всеми уже текущей партнерской структурой. Самое главное, с прозрачным движением средств, с мгновенными выплатами. Все, вот это все, что мы готовили эти полгода, вот это все мы уже финально стартуем 10 числа. Сейчас идут финальные вот эти всякие тесты, доработки, проверка, расстановки структур. Вот. Но это все уже железобетонно, мы точно с вами все запускаемся. Вот. Это очень важный, очень ответственный для нас с вами момент. У нас уже сейчас
воронки как бы людей, участников, объема денег, которые хотят запускаться в этот новый личный кабинет, уже где-то порядка 5 миллионов долларов тех, кто сейчас как бы стоят вот в состоянии как бы ожидания, когда запустится этот новый личный кабинет, для того, чтобы его проверить, посмотреть, что все работает, все отлично и так далее. В этом плане мы его запускаем. Естественно, первое, что мы делаем с запуском личного кабинета, а сейчас я еще, ну, попрошу, это демонстрация в режиме реального времени. Вы будете видеть, как идут движения средств по смарт-контракту. Я попрошу сейчас, чтобы мы вывели на экран. То есть это примерный такой как бы пример, да, мы взяли сейчас цифры. То есть, ну, в режиме реального времени вы сможете видеть, как у нас идут средства, сколько средств поступает, как они распределяются. То есть вот эта вся прозрачность, мы ее уже в этот момент полностью запускаем. Да. А вот, естественно, первое, что мы как бы здесь делаем, это будет усиление с точки зрения уже выплаты по текущим партнерским обязательствам. То есть все они у нас фиксируются, мы все по ним запускаем, более активные выплаты уже с запуска нового личного кабинета. То есть у нас будет выделен процент, который будет автоматически идти на покрытие текущей партнерки. То есть сейчас мы в связи с переездом на новую систему, у нас есть лимитированные выплаты. Как только мы запускаем новый, соответственно, кабинет, то там уже все, начинаем более активно всю эту механику отрабатывать, да, и уже таким образом, ну, как бы, этот переезд вот это по выплатам по партнерской программе, он уже будет на новый личный кабинет реализован. А вот, то есть и здесь мы сможем с вами уже двигаться намного более активно, запускать новые страны, запускать новые механики, вот, и все для этого сейчас уже полностью готово. Вот, в общем, соответственно, компания будет продолжать выводить вознаграждение, также мы готовим активные там и бонусные программы, там и все-все-все, сейчас вот как бы мы должны вот прям буквально еще неделю там все это мы досчитываем там по бонусам, по промоушенам, и все эти механики начинаем уже запускать. Естественно, все те там обязательства, которые у нас были по промоушенам, по все это полным ходом тоже будет реализовано. Здесь мы все идем, скажем так, по механике для того, чтобы максимально это все ускорить. Какая наша важная сейчас есть момент, который ведется огромная работа, это полностью мы также пересмотрели юридическую основу компании, прошла целая серия очень глубоких, серьезных консультаций с представителями госструктур, и как там и российских госструктур, так и с Эстонией, там с еще целым пулом юристов разных, из разных юрисдикций. Вот. Сейчас у нас будет выводиться полностью обновленная юридическая структура компании, которая уже заточена максимально на вот всю эту международную экспансию. Вот. И в новых личных кабинетах мы также это будем презентовать и про все это более детально рассказывать. Вот. Следующий важный момент. Сейчас мы полностью останавливаем обратный выкуп сенсов, потому что все, фактически такой же таймер обратного отчета можно уже запускать до старта листинга сенса на бирже. Вот. Ну, дата у нас 18 октября. Мы движемся конкретно сейчас, все к этому готовится, для того, чтобы нам этот листинг запустить. Вот. Мы запустим его сначала с небольшим объемом монет, для того, чтобы нам иметь возможность максимально поднять их в цене на рынке. Вот. И начнем уже поэтапно давать возможность вам монетизировать ваши монеты, создавать все необходимые механики для того, чтобы монетизировать. Вот. Также, конечно же, мы сейчас понимаем, что то ядро участников, которое у нас есть вот сейчас, да, это те люди, которые по-настоящему заинтересованы в долгосрочном движении с проектом. И в этом плане мы сейчас готовим беспрецедентную акцию, возможность именно увеличить свою долю в проекте посредством приобретения конст-токенов за сенс-токены. Вот. Это пройдет буквально достаточно лимитированное количество времени, после чего мы, соответственно, уже потом эту механику будем останавливать, потому что у нас уже все, пошла фаза завода крупных инвесторов. То есть уже заходят крупные, и здесь это тот момент, когда мы максимально будем уже лимитировать объемы выдачи конст-токенов. Но вот это вот еще одно окно, мы буквально его вот оставим, может быть, максимум на месяц-два, для того, чтобы нам
правильно все эти механики отработать, да, и дать возможность тем, кто хочет долгосрочно участвовать, именно монетизировать, увеличить свою долю в проекте. Вот. Соответственно, что важно, да, что сама токеномика Сенса, она сейчас уже полностью соответствует всем текущим реалиям рынка. А я вам напомню, мы с вами работаем на таком, на американских горках, да, я думаю, вы все прекрасно, ну, и понимали, я надеюсь, да, и понимаете с самого начала, да, что это самый высоко волатильный и, ну, достаточно рискованный рынок, на котором мы с вами работаем, и он меняется реально каждые полгода, этот рынок, он фактически полностью обновляется. И вот за последние полгода тоже произошли, да, за последние полгода, даже за последние два месяца, за последние два месяца произошло столько обновлений на этом рынке, что, ну, как бы всю токеномику мы фактически сейчас тоже переделали, обновили именно под максимально текущие реалии, условия на рынке. А вот здесь есть несколько важных моментов, что, во-первых, для того, чтобы нам эффективно работать и реально генерировать доходность, да, генерировать именно, вот, скажем так, из инструментов там, фонда инвестиционного, да, из доверительного управления, чтобы генерировать доходность, нам нужно увеличивать сумму, которую мы инвестируем уже в эти инструменты. Да. То есть в этом плане нам сейчас нужно чуть корректировать именно выплаты по партнерской программе для того, чтобы у нас экономика была уже проектом максимально стабильной. Потому что я думаю, все вы здесь... ну, заинтересованы в долгосрочной доходности, да, проекта, а не только там вот в моменте урвать и все. То есть есть вот как бы... Вообще весь рынок, на самом деле, сейчас делится на такое, знаете, несколько сегментов людей. То есть есть те люди, которые как бы вот по принципу урвать и убежать, да, и это вот все пирамидальные проекты, они все строятся по такому принципу. Это вот группа людей прибежали, урвали, а что там с проектом, что там с людьми вообще уже никому не имеет значения, побежали дальше, следующий проект урвали, как бы и все. То есть у нас немножко другой подход, другая аудитория, и вот по нашему последнему анализу, то, что мы с вами сейчас общались, вот сейчас у нас реально те люди, которые хотят долгосрочного, качественного развития и регулярных, стабильных выплат от проекта, да, и партнерской работы. Для этого нам нужно стабилизировать экономику. То есть, чтобы стабилизировать, нам нужно чуть уменьшить выплаты в партнерскую программу, увеличить объем в инвестиции. Вот. И эти моменты мы сейчас как раз-таки активно внедряем и делаем. Вот. Соответственно, самое главное для нас сейчас, то, что мы делаем, это более операционная доходность по проектам. То есть, в ближайшие сроки. То есть, это там не год, не два, то есть, а это доходность... там, 3 месяца, 4 месяца, ну, вот мы сейчас очень сильно перефокусировались в этот диапазон, и у нас есть очень много достаточно интересных, качественных инструментов, мы их сейчас все финально упаковываем, это все максимально официально, максимально белые юридические документы, у нас сейчас запускается абсолютно белый инвестиционный фонд, который мы очень много времени готовили для его старта, мы не могли это озвучивать раньше, потому что, ну, там был ряд моментов, которые должны были финально решиться, вот они решились, и у нас сейчас стартует абсолютно белый чистый инвестиционный фонд, который по всем юридическим понятиям и правилам выстроен, который может работать, он соответствует всем требованиям СЕКа, то есть на него можно делать прямые банковские платежи, он полностью подотчетный. И вот такой вот белый прозрачный фонд мы сейчас запускаем. То есть что это значит во многом для вас? Это означает, что вы с такими документами, с таким фондом, вы сможете работать даже с куда более крупными инвесторами, и ваш диалог будет с ними намного более им понятный, да, потому что те люди, которые инвестируют суммы там больше, там тех же там, $10 000, они привыкли к определенной юридической базе, да, к определенной юридической подготовке, к определенным ну, вот этим всем инструментам. Вот это мы полгода активной фазы, все это создавалось это время, и вот сейчас мы готовим большой пул инвестиционных вот таких возможностей, инструментов абсолютно белых, чистых, легальных, которых мы вам презентуем на уже открытии DAO 2.0. Вот 10 сентября у нас будет официальное открытие, счетчик вот у нас уже все с вами крутится, на котором мы все стартуем уже вот DAO 2.0, и на котором мы презентуем все эти инвестиционные инструменты, на котором мы презентуем этот белый фонд, на котором все эти механики полностью мы сейчас уже их заканчиваем делать, и мы уже сможем с вами полноценно стартануть, работать на международных рынках. Вот.
И также давайте немножко подробнее сейчас поговорим по поводу каких-то корректировок, там, изменений в маркетинг-плане. Да, это очень важный блок, да, который мы с вами все вместе должны хорошо, четко понимать. В этом плане у меня для вас есть небольшой сюрприз, вот, потому что здесь со мной сейчас находится один очень интересный, прекрасный человек, которого вы все знаете, и которого я хочу сейчас вам презентовать и передать слово ему, чтобы он рассказал. Внимание, под ваши аплодисменты, Ренат Мансуров. Так, всем привет. Спасибо, Илья. Я думаю, эти новости вас радуют. Безусловно, они не могут не радовать, потому что когда ты становишься более мощным, более твердым, ты становишься привлекательным для совершенно другой категории инвесторов с другими суммами, с другими масштабами и с другим уровнем пользы, который они могут дать помимо крупных инвестиций. Для вас это означает хорошие доходности. И, собственно говоря, сейчас хочу коротко презентовать, что у нас сейчас появится. Да? Мы сбалансировали партнерскую программу. Сейчас она станет более твердой. И при этом всем мы сможем зарабатывать гораздо больше. Казалось бы, некоторые моменты мы сбалансировали, но по факту доходность она будет увеличена. И вот за счет чего. Смотрите, первый пункт очень важно. У нас будет Unilevel бонус теперь 5% с первой линии, 4% с, тут ошибка у нас, тут 5-3-4 будет, вот так вот я, можно сразу на ваших экранах при вас буду все менять, 5-3-4, вот, соответственно, но очень важный пункт, что нам это даст? Это нам даст возможность сэкономленные 14% больше направлять в приумножение, и, соответственно, наша доходность, как у пассивных инвесторов, да, она вырастет. Объясню, почему. Почему станет приглашать людей легче и заработок будет выше. Далеко ходить не надо, все вы знаете примеры компаний, которые давали, знаете, там типа 30% в месяц или 1% в день. И у них был план вознаграждения, ну, раза так в два, наверное, в три менее прибыльный, чем DAO Consensus, но, тем не менее, они сделали миллиардные обороты в долларовом эквиваленте, потому что само предложение у них было, скажем так, очень вкусное, да. И суть как раз-таки заключается в нашем случае в том, что, сделав само предложение более вкусным, конечно, мы вряд ли сделаем его таким же вкусным, как и 30% или 40% в месяц, но при этом всем нам не хочется короткой истории, я думаю, тут никому из присутствующих, да, поэтому здесь будет сама доходность более вкусная, соответственно, и это обеспечится за счет как раз-таки более сбалансированного Unilevel бонуса. Но самое главное – это поддержать всех, потому что они зарабатывают в основном по Unilevel бонусу. Когда они только присоединяются, они зарабатывают по Unilevel бонусу, и поэтому мы решили сделать промоушен, и на первые 90 дней для всех новичков, которые присоединяются, для них будет удвоенный Unilevel бонус действовать, а именно 10, 6 и 8%. И мы это так и будем презентовать. Когда у нас будут слайды и будет презентация, мы с вами будем говорить, что Unilevel бонус 5% с первой линии, 3 со второй, 4 с третьей. Но для тех, кто присоединяется прямо сейчас, следующие 3 месяца будет здесь удвоенный Unilevel бонус. Это первое. Второй момент, чтобы не обидеть как бы всех нас, назовем нас старичками этого бизнеса, мы же уже с вами целых несколько месяцев занимаемся DAO консенсусом. Я, наверное, один из самых ветеранистых здесь целых уже 8 месяцев в бизнесе, а есть совсем пенсионеры, уже вот глубокие пожилые люди, кто занимается DAO консенсусом, соответственно, они занимаются уже аж целых месяцев, где-то 10-11, вот, ну, 12, представляете? Это уже совсем, ну, очень много, ну, как вы понимаете, да? И вот мы решили просто старичков не обижать, и нас тоже, мы же все уже аж старички, да? Соответственно, сделать тоже нас всех новичками.
Ура! DAO 2.0. Мы все с вами новички, и для нас всех будет действовать удвоенный Unilevel бонус 10, 6 и 8%. Вот так вот это будет действовать. 90 дней взята цифра неспроста. Это база партнерских программ. Доказано, что если новичок не включился в первые 90 дней, то 87% так и никогда не включится из них. Поэтому не переживайте, что типа вот потом исчезнет, а он передумает. Передумает только 13%. 87% никогда не передумает. Но вот таким промоушеном мы сможем всех мотивировать. И даже нас с вами, тех, кто не новичок, включиться более активно. То есть это первое. Теперь идем дальше. Второй момент. Так, сейчас вот. Второй момент. Мы немножко увеличили условия достижения квалификации. Здесь на экране их нету. Я могу вам так проговорить. Мы их объявим вам. Соответственно, эти условия... У нас, помните, была первая квалификация 5%, соответственно, мы платили, да? То есть 5%... Фу, 500 долларов был накопительный групповой объем. Соответственно, сейчас он будет 2500. Вторая квалификация будет 5000, третья – 10, четвертая – 20, пятая – 50, шестая – 100 тысяч долларов, седьмая, соответственно, 300, восьмая, надо мне уже вспомнить, там миллион, да, миллион, девятая – 2, соответственно, десятая – 5. По количеству партнеров в тех или иных квалификациях все остается тем же самым, кроме 10-й квалификации. Так как мы аж целых 5 миллионов сделали накопительный оборот, то, соответственно, у вас должно быть не 10 веток, а, внимание, всего лишь 5. 5 в 5-й квалификации вы делаете веток, и, соответственно, вы закрываете сразу 10-ю квалификацию, начинаете получать бонус мирового оборота. Давайте я вам сейчас развею некий страх того, что некоторые из вас подумают: слушай, Ренат, ну я вот типа шел или шла там полгода к обороту типа 500 тысяч долларов, ну или 100 тысяч долларов, или миллион, неважно, да, это чтобы мне сделать 5 миллионов долларов, это мне вот этот период нужно умножить, соответственно, в несколько раз больше. То есть если сейчас кто-то из вас там за 6 месяцев работы, например, да, у каждого свой срок из вас, сделал там 500 тысяч долларов, то вы подумаете, что следующие 6 месяцев вы будете делать еще 500, потом следующие 6 месяцев еще 500, ну и получается, где-то за год вы дойдете до 10-й квалификации. Знаете, честно говоря, это вообще-то нормально за год дойти до 10-й квалификации, я вам скажу, и получить процент мирового оборота. Но на практике это работает по-другому. Я вот только сегодня, когда летел сейчас сегодня в Дубай в самолете, я пересматривал, например, свои показатели по обороту, как у меня рос оборот. И вот чтобы вы понимали, я шел 5,5 месяцев к товарообороту накопительному групповому 2 миллиона долларов. То есть 5,5 месяцев у меня с нуля копился оборот до 2 миллионов долларов. И когда я 9 мая закрыл 10-ю квалификацию, соответственно, это вот прошел период 5,5 месяца, 2 миллиона долларов. Запомнили? Смотрите, 9 июня через месяц ровно, то есть 5,5 месяцев я делал 2 миллиона, и за следующий один месяц я сделал плюс 2. То есть это вот так растет. А почему? Потому что первые 5,5 месяцев сначала был я один, потом я подписал двоих, нас стало 2, потом нас стало 10, потом нас стало больше, а потом через 5,5 месяцев я уже был не один, у нас было уже несколько тысяч человек, и сделать этот же объем гораздо становится легче. Поэтому если вы переживаете, что вы будете копить до 5 миллионов там нереальный срок, такой же, как вы копили сейчас текущий объем, то вы ошибаетесь. Это иллюзия. На практике происходит совершенно по-другому. Что самое интересное, когда наступило 9 июля, то есть прошел, смотрите, 9 мая было 2 миллиона, 9 июня плюс 2, а 9 июля плюс 4 за месяц. 5,5 месяцев я делал 2 миллиона, а потом за месяц сделал 4.
То есть это шло вот так вот, потом по два вот так вот прибавляется, понимаете? И сейчас, когда мы переходим на мгновенные выплаты, на все те новости, о которых рассказал Илья, как вы понимаете, ну, сделать эти же все объемы будет гораздо легче, но благодаря вот этому пункту, который сейчас есть на ваших экранах, мы снова в очередной раз сбалансируем партнерскую программу и таким образом еще больше сможем направлять денег в фонд и еще вкуснее сделать само предложение стать держателем консов людям, потому что доход на консы вырастет. Как я вам привел пример, чем вкуснее само предложение при даже чуть меньших выплатах, все равно вы получаете больше, потому что желающих с рынка зайти становится в разы больше. Как вы понимаете? Окей. Это понятно. Так, соответственно, еще одно есть предложение. Добавить ежемесячную некую активность. Сейчас мы там ее обсуждаем. Или это будет $10, или это будет там $25. Сразу хочу развеять опять же ваши страхи по поводу того, что у нас не будет браться оплата с тех, кто не развивает партнерскую программу и просто купил пакет, чтобы вот получать доход от там совладения экосистемой. Все, успокойтесь. Это только для тех, кто закрывает квалификации. Чем страшна не оплата в какой-то из месяцев? Да? Она страшна только тем, что за этот месяц не будет засчитан пришедший объем в накопление. То есть все сохранится, все вы получите, просто вот этот объем, который прошел за неоплаченный месяц, он не будет накоплен. Все. Человек, который вообще просто купил пакет и там в долгую сидит, ему вообще можно не париться. Все, расслабьтесь. А тот, кто растет по карьере, ну извините меня, сделать 10 баксов, ну как бы, ну о чем речь, да? Соответственно, дальше. Почему это будет сделать легко? Потому что мы решили засчитывать все покупки на маркетплейсе в активность. Что мы от этого выиграем? Человек купил себе шампунь, мерч какой-нибудь купил, кепку купил, он сделал ежемесячную активность. Классно. При этом заработал деньги Marketplace и еще больше увеличилась доходность на концы. Представляете, как это становится прикольно? Мы раскачиваем продуктовую линейку, предприниматели видят, что те продукты, которые они у нас разместили, дают результат, люди их покупают. То есть это все получается замкнутый цикл, очень крутой. Дальше. Мы даже решили засчитывать подписание новых людей в первую линию, как выполненную активность. То есть нужно либо что-то купить на маркетплейсе, либо, соответственно, кого-то подписать в первую линию. И это будет засчитано. И мы даже решили засчитывать апгрейды в активность. Человек сделал апгрейд, это тоже считается как выполненная активность. Дайте обратную связь, как вам все изменения, которые у нас, соответственно, произошли по бонусному плану, по, соответственно, так, окей, да, вот я вижу, все читаю. Спасибо, спасибо. Отлично. Вживую работает смарт-контракт, как вы видите. Это просто фантастика. Вот так вот будет все в кабинете происходить, все начисления мгновенные, каждая оплата моментально выводится, доходность на концы растет. И еще очень важный момент, я сейчас вам добавлю, друзья. Мы добавляем еще целых две партнерские программы, которые будут автоматом зазеркалены и автоматом вам начисляться. За все покупки на маркетплейсе вашей структурой будет идти вам в объем по партнерской программе. То есть этого не было, это добавляется. То есть еще больше теперь ваш доход будет. Со всех партнеров, которые покупают что-то на маркетплейсе, вы будете получать партнерскую программу, которая будет интегрирована и абсолютно зазеркалена с той, которая есть сейчас. И это еще не все. И плюс мы добавляем возможность прямых инвестиций в фонды, о которых вот рассказал Илья, прямых инвестиций дополнительно в эти фонды, чтобы вы могли самостоятельно выбрать те решения, которые для вас отобрала DAO консенсус. И когда под вами ваша команда тоже инвестирует в эти фонды, то партнерская программа тоже будет отзеркалена, и ни одна оплата не пройдет мимо вас, вы по партнерской программе тоже будете получать деньги от прямых инвестиций вашими людьми в эти фонды. Этого тоже не было. Это тоже вам дополнительная в очередная доходность. Вот такая вот штука. И это еще не все. И мы обязательно вам презентуем 10 сентября
направления, который сейчас отбирает полным ходом DAO консенсус для приумножения доходности и для того, чтобы вы могли тоже напрямую инвестировать в эти фонды, и держатели консов при этом тоже будут зарабатывать, потому что DAO консенсус везде будет иметь долю в каждом из этих фондов. Вот такая вот штука. Мы вам обязательно все представим. То есть сначала это будет представлено на лидерский совет, да, от 8-й квалификации и выше, поэтому вы можете успеть как можно быстрее закрыть квалификации. Плюс у вас работают еще старые условия закрытия квалификации. Пока еще цифры работают минимальные, предыдущие. Успевайте по старым условиям выполнить эти квалификации. И, соответственно, потом это будет представлено на расширенный лидерский совет от 6-й квалификации, да, и потом уже 10 сентября мы вам всем презентуем эти фонды, эти новые продукты, там не только фонды, там реальные новые продукты, которые начинают сразу с первого месяца приносить всем нам доходность, всем тем, у кого есть конст-токен. Поэтому успевайте их тоже приобрести, пока у них еще цена не изменилась, а она скоро изменится. Все, я на этом заканчиваю, передаю слово Илье. Да, спасибо, спасибо большое, Ренат. Дорогие друзья, я параллельно смотрел ваши комментарии, кто у нас в чате. Всем большой привет, вот кто из всех городов, очень много всех знакомых лиц, людей. Вот, и, соответственно, тоже сейчас мы все смотрим. Да, у нас будут еще какие-то дополнительные отдельные встречи, где мы будем детальнее все это рассказывать. Давайте двигаться дальше. Да, да. Смотрите, по поводу того, что у нас происходит по поводу продуктов, да, хочу еще раз сказать. Мы запускаем сегмент еще классического банкинга. То есть сейчас мы получаем, мы заходим в очень крупное партнерство с крупным партнером, получаем лицензию официального банка. Насколько вы знаете, есть такая механика кредитования очень крупных сумм под очень низкий процент между банками, да, называется аккредитив и еще другие инструменты. То есть это сотни миллионов долларов. Да. Вот сейчас мы все делаем, чтобы иметь возможность получить доступ к такому инструменту, и таким образом мы сможем оперировать совершенно другими суммами и делать намного большую доходность. Это раз момент. Да. Второй момент. То есть помните, я вам говорил про Центральный банк Бахрейна. Да. У нас очень активно продвигаются с ними сейчас переговоры. Идет обмен документами всем необходимым. Вот. И здесь у нас мы очень активно готовимся. Еще раз хочу сказать, чтобы вы просто понимали, что одно получение вот одной такой лицензии, и сразу же там наш проект, ну, в течение там 3 месяцев его работы уходит на совершенно другой уровень доходности. Да, такая же у нас история идет сейчас активно по переговорам с королевской фамилией Аль-Нахьян, это кто именно по Арабским Эмиратам, да, сейчас, то есть мы уже заключаем сейчас, идет процесс создания совместного предприятия, на него заходит еще целый пул крупных инвесторов по развитию именно нашей активности в Арабских Эмиратах. Вот. И здесь нас ждет целая серия очень громких новостей, которые мы сейчас готовим. То есть она и будет в преддверии сейчас, ну, и запуска нашего кабинета. То есть мы хотим сделать новый личный кабинет, и сразу же с запуска личного кабинета мы целый пул очень хороших, крупных таких партнерств готовим вот это все к запуску кабинета. То есть огромная работа проводится уже прямо сейчас, и со всеми этими людьми у нас уже все договоренности есть. Следующий важный момент, который я хочу озвучить, да, это Академия DAO. Во-первых, мы запускаем уже все, вот со следующей недели более активную коммуникацию вот через вот такие вот эфиры, съемки, прямые трансляции с вами. Вот. И я хочу, чтобы мы с вами сделали больше акцент именно на глубину понимания процесса, да, вообще, как развивается этот рынок, как сейчас будет дальнейшее развитие, потому что мы все с вами были свидетелями очень активного летнего сезона, да, никогда такого не было, чтобы лето вот так вот проходило, то есть такие взлеты, падения, да, это, и мы будем делать сейчас регулярные выпуски, регулярные эфиры по этой теме, то есть мы сначала хотим, то есть мы запускаем, одним словом, такое шоу-бизнес-сезон,
Да? Вот этот вот, именно это шоу, сейчас в него агрегируется очень большое количество крупных партнеров, блогеров, трафиков, компаний. То есть это будет такой очень интересный, динамичный контент, где мы будем полностью, во-первых, разберем все то, что произошло. Все, что я знаю, что вы делали прошлым летом. Мы полностью разберем, что произошло по факту за вот это лето. Да? То есть вот этот сезон. И мы стартанем сезон осень. Да, вот у нас начинается он уже буквально вот-вот. Это будут регулярные эфиры, сейчас это будет еженедельный выход контента, это будет формат влога, то есть там будет и аналитика, и экспертные мнения, и какой-то лайфстайл, будем все это показывать, рассказывать. Вы будете принимать в этом непосредственное участие, то есть вот такие наши встречи клубов. Все это мы будем миксовать в один такой очень интересный, динамический, живой контент. И самое главное, будет очень полезный. Вот. И для вас это в первую очередь инструмент по работе, привлечению ваших новых партнеров. Вот эту механику мы сейчас создаем, то есть будет очень интересный контент, который мы будем все это обозревать, показывать. Через этот контент мы будем запускать более активное обучение именно Академии, да, для того, чтобы там было давать полностью всю информацию, как это на этом рынке сейчас зарабатывать, как на нем развиваться, все инструменты более детальные будут в этой академии даны. Поэтому мы сейчас готовим запуск этого курса, и здесь нам всем с вами важно сработать как единое целое, потому что через эту механику, с одной стороны, выдачи контента, то есть и вы в ней можете активно поучаствовать, да, своими мнениями, какими-то обратной связью, видеороликами, распространением этого контента, да, своим партнерам. Также и с помощью обучения, то есть вовлечения, то есть той группы людей, которые хотят, ну, сначала, может быть, что-то разобраться, узнать чуть поподробнее, нежели перед тем, как заходить в такие проекты. И вот мы здесь готовим такой контент, готовим такую академию. Сейчас я даю анонс, что мы стартуем этот курс 15 сентября. У вас есть возможность сейчас вот скачать QR-код, отсканировать QR-код и записаться в анкете, это предварительная запись на курс. Вот. И с 15 сентября мы будем стартовать первую группу, с которой мы уже будем работать вглубь. Для чего нам это нужно? Нам это нужно в первую очередь для подготовки людей к запускам, регулярным запускам на биржах. Во-первых, это запуск нашего собственного токена. Во-вторых, это целая череда запусков, которые сейчас готовятся на рынке. Да, сейчас у нас идет следующая фаза, той же там по SafeHamster. Да, проект выходит на следующий уровень. Монета SEED дала совершенно потрясающую доходность вот за последнее вот буквально время. Да, и это все равно, поверьте, только подготовка сейчас идет к тому, что будет осенью. То есть это все пока такие обкаточные тестовые механики, работы. Да, и у SafeHamster ждет совершенно потрясающая перспектива в самое ближайшее время. Да, поэтому здесь... В этой курсе, в этой академии мы все это будем детально раскладывать и показывать, каким образом можно участвовать в этих запусках и зарабатывать серьезные деньги на рынке. Да, здесь не обязательно быть экспертом, здесь просто нужно понимать механики оценки проектов, как в них заходить, как в них выходить, оценку инструментариев. И вот, скажем так, вот это все мы сейчас готовим. Да, мы, конечно, будем очень благодарны, если наши партнеры, если вы поучаствуете тоже где-то в создании этого курса. Вот, потому что таким образом мы с вами создадим инструмент дополнительного вовлечения новых партнеров и участников. Вот, то есть это все то, что вот сейчас активно готовится к запуску, для того, чтобы нам с вами качественно вот этот вот сезон осени отработать и получить максимальные результаты. Также, что можно сказать еще важное, да, например, мы сейчас отрабатываем механику по запуску, ну, с самого начала DAO Consensus, это платформа, это акселератор, да, по запуску проектов. И мы с самого начала говорили, что мы отрабатываем инструменты, когда из DAO запускаются отдельные уже проекты. Да. Таким образом, из DAO запустился SafeHamster, да, и удачно развивается.
Сейчас у нас тоже новая ветка, сейчас запускается такой проект, как Диаграм, вот, у него уже стартует презентация завтра, Вячеслав Назаров будет презентовать в Москве. Это отдельная компания, как бы, но которая фактически запустилась, то есть взросла изначально, сформировалась в DAO, и после этого сейчас отчиняется как отдельный, полностью самостоятельный проект. Вот, то есть нам важно обкатать сейчас на эту саму механику, да, чтобы как вот внутри нашего сообщества люди растут, развиваются, следующим шагом запускают свои проекты. Да, в Диаграме часть доходности Диаграма будет идти в DAO, то есть DAO здесь выступает как партнер этого проекта, вся партнерские механики, все остаются, то партнерские структуры там и так далее, все тоже остается, то есть все эти участники также могут на этом зарабатывать. Вот, но проект полностью самостоятельный и уже выходит на свои новые горизонты. То есть там идет очень интересная механика и по автомобильной программе, такая экспериментальная, и дальше там есть возможности определенные там и по недвижимости. В общем, как бы ждем, посмотрим, как это все будет у нас развиваться. Вот. То есть в этом плане мы вот с вами такими как бы поэтапными шагами масштабируемся. Следующей фазой, когда вы захотите запустить свой проект, да, взрастить, вот сейчас мы там на этих проектах все обкатываем, дальше мы сможем ускорять запуск ваших собственных проектов. Да. Это нам очень важно, это не на словах, а на деле реально сделать так, чтобы из DAO консенсуса там до конца следующего года вышло там минимум 20 крупных, хороших, устойчивых проектов, потому что тогда, в свою очередь, само ядро DAO консенсус, да, будет еще более устойчивым, более масштабные. Да? То есть таким образом мы поэтапно с вами формируем модель, которая называется сеть сетей. Вот. Это очень-очень тоже важный, ответственный момент. Вот. Также есть еще следующий важный момент, это новости по экотехнопарку. То есть там идет очень активный процесс там, и межевания земли, утверждения проектов. Вот. И в этом плане мы готовим, сейчас тоже будут регулярные проходить презентации по экотехнопарку, на которых вы сможете ознакомиться, как, что там происходит, в какой фазе, как там все развивается. Сможете поучаствовать и заработать дополнительные средства за счет продажи домов в экотехнопарке. Потому что сейчас у нас есть определенный объем, который у нас уже все зарезервирован под сеть, и мы сейчас уже подготовили договоры бронирования тем людям, которые выполнили промоушен. Сначала получат договоры бронирования, потом получат уже на собственность, вот, и дальше уже там со стройкой мы уже этот процесс дальше будем запускать. Вот. И также будет возможность для людей заработать для вас, если вы привлекете каких-то других участников, которые хотят иметь дом вот в таком вот технологичном поселке, потому что это будет не только технопарк на Черноморском побережье, а это также сейчас активно мы дальше продвигаемся в работе по такому технопарку в Дубае и по запуску там. Сейчас это мы здесь технохаб запускаем, потом технопарк. Такая же механика сейчас прорабатывается в Саудовской Аравии. Вот там два очень крупных города, с которыми мы сейчас коммуницируем, прорабатываем эту механику. Вот, то есть человек, который сможет приобрести участок и получить дома участок в технопарке, он автоматически получает долю в сообществе во всем. Да, в самом технопарке еще дополнительно отдельно формируется именно среди тех участников такое дополнительное внутреннее DAO, кто живет уже в самом этом технопарке. Вот, и дополнительно они смогут зарабатывать за счет тех проектов, инструментов, которые будут в этом технопарке запускаться. Вот. Также мы сейчас ведем здесь на этот счет переговоры с другими крупными технопарками, да, по коллаборации взаимодействия. На партнерскую программу, которая будет презентована, выделяется 10%, мы это уже говорили. Вот. То есть, и таким образом, в общем, ждите анонсы, буквально, я думаю, что через неделю мы уже запустим регулярные вот эти эфиры по технопарку, на котором мы уже будем все детали давать, и вы сможете тоже в этом поучаствовать, заработать. Также мы активно здесь занимаемся сейчас процессом токенизации недвижимости. Вот. Он сейчас, чем дальше, тем больше он становится еще актуальный. И вот технопарк тоже здесь такой, как бы является определенной будет инновацией, когда он будет давать возможность использовать эту землю, эти дома, как ликвидный инструмент для быстрой купли-продажи.
Вот, то есть это все вот тоже там набор инструментов и механик, которые мы параллельно движемся, развиваемся. Где-то местами, конечно, оно непросто, но мы вот сейчас как раз-таки проходим вот эту проверку. Вы знаете, вот как бы сколько проектов, которые прекратили свое существование буквально за последние недели, да, которые мы с вами наблюдаем. Потому что когда все хорошо, то все и хорошо. А вот когда сложные моменты, вот это по-настоящему те люди, кто понимают специфику ведения бизнеса, вот сейчас понимают, что мы спокойно держим эти моменты, проходим, корректируемся, ну, и выходим сейчас с вами вместе на совершенно новый уровень развития. Нас с вами как проекта, нас с вами как бизнес-сообщество, ассоциация людей, которые находят сейчас механики, которые отвечают вот современным требованиям мира. Ну и, конечно же, наша ключевая задача – это запуск сейчас международных стран, регионов. Мы сейчас находимся вот здесь, в Дубае. Сейчас к нам уже завтра приезжает целая делегация очень крупных международных партнеров, с которыми мы вместе здесь садимся и, так сказать, нон-стопом сейчас будем проводить очень большое количество встреч, презентаций для запуска именно отдельных стран. У нас очень большая активность сейчас готовится во Вьетнаме, в Турции, в Бразилии. Вот я вижу, у нас даже в чате здесь ребята это присутствуют. Вот, поэтому сейчас мы вот эти все регионы будем очень активно подключать. Поэтому мы с вами сейчас рынок СНГ, это, как я сам начал говорил, он так и будет, это не более 5% от общего объема, который мы будем делать. Поэтому сейчас, подключая большой объем этих регионов, мы спокойно совершенно можем закрыть все наши какие-то текущие обязательства и по партнерской программе, и по промоушену. А вот, потому что тот новый инструмент, вот этот кабинет DAO 2.0, да, со всеми теми корректировками, которые мы в него внесли, он реально сейчас готов для масштабирования. Вот мы по-настоящему вот к масштабированию подготовились вот только сейчас, да. То есть это такая, знаете, вот где-то там реальная правда бизнеса, да, когда ты думаешь, что ты там это сделаешь быстрее, но вот по факту, знаете, там 9 женщин не могут родить одного ребенка там за один месяц, да, поэтому тут где-то требуется чуть больше времени и усилий, но сейчас мы полностью готовы к этому переходу. Вот. И самое главное, конечно, мы перестроили всю команду, перестроили формат, то есть я лично все сейчас вот больше выхожу на реальную такую активную коммуникацию с вами, больше на съемки, вот, на крупные партнерства, поэтому мы готовим на следующей неделе уже следующую сессию именно по вопросам-ответам. А вот мы с вами сделаем сейчас так же, как мы с вами сделали в прошлый раз. Сейчас вы сможете собрать все вопросы с вас в городах, да, с вашими кураторами, да, с вашими партнерами, передать их, да, через Ивана. Вот. И на следующей неделе, скорее всего, также в четверг, мы сделаем уже следующую трансляцию, где мы сделаем там ответ конкретно, больше посвященный там ответам на вопросы. Вот. Сейчас, ну, по дате мы еще утвердим этот момент, более детально вся информация будет. Вот. Тут просто связано с нашими переговорами, там, с нашими арабскими партнерами, возможно, ну, придется там полететь в Бахрейн и как бы здесь, ну, плюс-минус, там несколько дней, может быть, дата будет корректироваться, но мы сделаем следующую сессию, где конкретно будем отвечать на вопросы. Вот. Сейчас самое главное для нас с вами – это запуск нового кабинета. Просьба начинать уже к нему сейчас готовиться, готовить MetaMask кошельки, работать с вашими партнерами, вот, потому что у нас все готово сейчас, все, вот у нас таймер обратного отсчета, 10 числа мы все 100% стартуем новые регионы, новые инструменты, все вот эти продукты, вот, и полностью с вами переходим на следующую фазу проекта. Вот. На этом я хотел бы сейчас, чтобы нашу трансляцию мы уже закончили, мы с вами общаемся уже достаточно времени, вот. И тогда я хотел бы передать слово Ивану Моторину, да, для того, чтобы он уже дальше продолжил нашу с вами встречу. Большое спасибо. Да, огромное спасибо тебе, Илья. Я думаю...